Жух. Привет, друзья, подписчики мои. У нас сегодня распаковка новенького рандом бустера. Мы продолжаем. Ребята, 6 роликов, потому что я подумал, что запихивать все 6 в один ролик, распаковывать там сразу, это дорого. Но объективно, да? Это дорого. Это не те времена, где у меня там каждый ролик собирал огромные космические просмотры. Нет, сейчас все попроще обстоит дело, поэтому ролик на волчок. Ну, опять же, нет, когда мы распаковываем... Плюс вам так смотреть интереснее, допустим, вам, вас не интересует все сразу, вы хотите посмотреть их по очереди, сначала один, второй, третий, с четкими там битвами, с четкими моим мнением и так далее, поэтому вот так записываю в таком формате для вас специально. Но все равно, в любом случае, в конце недели выйдет финальный такой, знаешь, полноценное мнение относительно всего рандом бустера DB. Но перед роликом, где купить такое и многое другое, B186 у нас... я не увидел это с Люцифером, вот, B186 у нас артикул, сейчас я вам все расскажу, ребят. А купить все это и многое другое можете на сайте магазина Prolerskey.ru. Ссылочка будет в описании к этому ролику. Переходи, посмотри, там много всего интересного. И Такара Томми, и не только, и новинки там уже тоже есть, ребята. А также ссылочку на группу оставлю в описании к этому ролику. Там что там происходит, там сейчас конкурс, распродажа. Ребята, не пропускайте. Ссылочка в описании Prolerskey.ru. Я там сам заказываю постоянно, просто все новинки. Только тут, ребята, там все четко. Ссылочка в описании к этому ролику. Для меня это загадка, какой же здесь рандом бустер, потому что мне их прислали все 6, но они были не подписаны, и так интереснее. Так, мне главное сейчас наклейки не заспойлерить, подожди, чтобы я до последнего момента, так, наклейки в коробке остались, чтобы я до... Да, тут какая-то мышь летает, огромная вообще, уходи, летающая мышь, ты что тут делаешь? Я снимаю ребятам ролик. Так, у нас тут, слушай, ну они вот прям какие-то здоровые. Текс. А я почему-то думал, знаете, когда впервые увидел коробку, вот эту вот большую, я подумал, что они будут тут все 6, но нет. Так, давайте пойдем с диска начнем. Тут какой-то интересный диск. А, это как так вышло? А, они, короче, в огромный пакет засунули... ну, в общем, народ, это у нас получается Сприган. Но я так запутался. Есть World, есть, получается, у нас Lord. И вот это какой? Если это The End Lucifer, получается, это Lord Spriggan. И получается, диск тоже от World. Да, World. И почему диск тоже от World. Вот. Но они что-то так похожи. Слушай, как-то я хотел начать с диска, а начал с лоера. Ладно, хорошо. Ну, неплохая, любопытная на самом деле история. Вот здесь, скорее всего, будет обычный диск, не новый. Слушай, сейчас я давайте дооткрою. И будем разбираться. Ну, слушай, ну пока что, на самом деле, честно вам сказать, у этого рандом бустера есть вообще абсолютно все шансы стать моим любимым и одним из самых интересных бустеров. Опа! Опа! Опачки! Вот это вот нежданчик. Итак, первое. Диск от Ахиллеса в зеленом исполнении. У меня, кстати, где-то есть зеленый Ахиллес. Даже более того, вот здесь у меня есть крылья от Ахиллеса. И где-то, по-моему, был еще зеленый Ахиллес. Блин, зеленый Ахиллес, сборочку бы такую, да, собрать. Ну, как бы типа оригинальный, но вот с такими деталями другого цвета. Слушай, это круто. Наруто, это круто. Так, мы соберем. Но он, кстати, расшатанный. То есть у оригинального Ахиллеса у него... Ну, надо было там поднажать, а тут прям так легко поднимается. Ну, ладно. И вот это что? Драйвер от Beast Behemoth с усиленной пружиной. Более того, с вот этим слоем. Я, честно говоря, уже видел похожие драйвера. Я так и не понял, для чего этот дополнительный этот движуха. То ли для 5G, то ли для 8-9G. Я не знаю. Ну, в общем, прикольно выглядит. Ну, и, конечно же, сам Люциан. Люциан, у которого, между прочим, кстати, сказать, вот эта часть... сделано прозрачно. Я вот не помню, была ли такая уже прозрачная деталь, но смотрится это круто. Понятно, что это будет один из слабейших волчков, потому что сборка Люцифера, ну, диск Люцифера, он слабоват. Но в целом, ребята, это смотрится зачетненько. Он прям такой довольно плотненький, четенький. И давайте посмотрим наклеечки. Такс. Так, бумажки мы все это уже видели. А вот наклеечки, ну, такие минималистичные, ну, как я и люблю. Я ненавижу огромное количество наклеек. Вот, слушай, ну все, давайте клеить наклейки и будем батлить. Проблема у этого зеленого волчка в том, что опять драйвер Ашка, но при этом наклейка там, ну, как бы нормальная.
Я не знаю, почему они так опять сделали, опять где-то что-то с чем-то, но вот это тоже смотрится любопытно, прикольный такой яркий, яркенький, хотел сказать зелененький, яркий, желтый. Классный. Будем батлить. Тесты. А вот зелененького волчка, значит, The End. Спригат. Будем тестировать, я считаю, против четвертого сезона. Ну, потому что он, я считаю, один из слабейших, а четвертый, пятый ему вообще как бы нет, шестой смысла ему соваться нет. С пятым не очень хочется, а вот давайте потестируем его с четвертым. Гачинка. А, все-таки могут, я думаю, побороться. Да, смотри, происходит выбивание с ринга, просто выбрасывается его соперника. Круто, круто. Идем дальше. Мастеру раум. Ра-р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 а
Так, справится ли он с Юн Дьяволосом? Нет, не справляется. Ребята, он не справился. Он не справился. Мы двигаемся дальше. Биг Бэнг, Йенезис, очень сильный волчок. Проверим. Проверим, как же наш The End Spriggan справится с ним. Нет. И его одолеть у нас не получилось. Ладно, идем дальше. О, Лорд Спригган, ребята! Сводный братишка! Ха-ха-ха-ха. Или не сводный, или младший. Наверное, младший, скорее всего. Да, наверное, младший. Нет, подожди, старший братишка получается для него-то, если он был раньше. Так, вот такой исход нашего боя. Ну, конечно, да, друзья, драйвер от Beast Behemoth, особенно такой высокий. А вот может Tempest Dragon одолеть? Ой, это Imperial Dragon. Может быть, его? Давайте посмотрим, давайте все сейчас узнаем. Мы узнаем все. О, да! Берст, выбивание с ринга. Взорвался этот первый, потом выскочил уже Люцифер. Круто, победил. В принципе, я считаю, достойно и законно. Идем дальше. Хавен Пегас, тяжелый Пегас. Ну, вернее, Хавен Пегас и тяжелый Пегас. Да, вот так правильно будет говорить. А я говорю неправильно, потому что я ничего не знаю, не разбираюсь в Бейблейдах. Но вы так почему-то считаете, что я в Бейблейдах не разбираюсь. Это очень странно. Победа. Поехали. Играем дальше. Кто вообще считает, что я в Бейблейдах не разбираюсь? В комментариях напишите, поставьте плюсик, если вы считаете, что я не разбираюсь. И минусик, если вы считаете, что я просто царь. Вот будет интересно проверить, сколько нас. Я поражаюсь, люди открывают мой первый ролик и такие: ты нуб. Ого! Победил Брейв Валькири. Ой, Слэш Валькирию, прошу прощения. Ничего себе, The End Люцифер-то вообще-то ничего такой волчара. Давай-ка еще со Бушин Ашурой. Как давно одновременно мы распаковывали с вами Бушин Ашуру и радовались в системе гачинка, и как же все круто изменилось. Друзья мои, такой всем был, подписка, ставьте лайк, нажимайте на динь-динь-дон, тик-дон. С вами был Чудочник Ромаш, огромное спасибо вам всем, что были сегодня здесь со мной, всем пока-пока.